Зараз вийде сюди чоловік, якого, можливо, ви не знаєте, але YouTube-аудиторія його знає гарно. Київ Стонер, ваші оплески! Я хочу сказати, це дуже неожиданно. Всім привіт. Привіт. Я пару слов скажу, если вы не против. Я первый раз участвую в подобной движухе, поэтому немного волнуюсь. Также хотел сказать, по телевизору это помещение кажется больше, я не могу понять почему. Наверное, потому что меня тут не было, да? Итак, перед тем, как мы начнем, я бы хотел одеть реквизит, можно? Конечно. От души, спасибо. Нам отвернуться сейчас, да? Не, можете смотреть. Сейчас я раздуплюсь, как это одевается, пару секунд. О, на кепочку. Хотел сначала спросить, пацаны, вы знаете, как одевать парик, потом понял, что не знаю. Все, я готов. Красава, давай, чувак, мочи. Поехали. Перша хвилина – 1000 гривень. В натурі? Так. Погнали. Добрий день. Меня зовут судья Игнат. И вот, знаете, что я осознал? С недавних пор в нашей стране больше нельзя принимать взятки. И знаете, что я понял? Что вы забрали у меня работу. Поэтому я пришел сюда, чтобы забрать работу у вас. Евгений Викторович. Игорь, да? Игорь его зовут? Игорь Сергеевич, Юрий Константинович, здравствуйте. Теперь на этой передаче я всем буду обращаться на «вы». Потому что вы, кварталовцы, как что-то исполните, потом отмазывайся. Женя, Юра, не надо останавливаться на достигнутом. Надо сбрить всех волосатых отсюда. Я предлагаю быть ведущим вместо Ласточкина. Що відбувається, я не зрозумів. Нічого, людина правду каже, що? Добре, 1000 гривень тобі. От души, спасибо. Наступна хвилина, 5000 гривень. Ти готовий? А вже ж. Кстати, молодці, що малого посадили повыше. Йому хоч тепер щось видно нормально. Говорять, здесь треба розпишити коміка, да? Хорошо, зовіть їх. Говорю сразу, мне шутки никто не пишет, поэтому их может и не быть. Но не суть. Я смотрел «Рассмеши комика» еще с детства. Ну, где-то годика два назад это было. Пацаны, мы с вами долго шли к успеху. Я закончил школу милиции. Вы встретили Зеленского. Каждый из нас старался как мог. Такая вот ситуация. Юрий Константинович, я могу про вас шутить, потому что у меня тоже дырки на ремне начинаются в воздухе. Оце болт, оце болт. Треба, ну ты же знаешь, треба штанишки с резиночкой, если питань нема. Так и робимо, так и робимо. 5000 гривень твои. От души, я готов дальше. Третья хвилина, 10000 гривень. Поехали. Юрий Константинович, еще раз вернемся к вам. Я могу шутить про вас, потому что у меня тоже дырки на ремне начинаются в воздухе. Недавно я показал пацанам с района инстаграм-страничку ткача. И они сказали такие, не, мы на это подписываться не будем. Кстати, если рядом поставить Ласточкина, ткача и Кашевого... Секундочку. Кстати, если рядом поставить Ласточкина, ткача и Кашевого, то можно понять, в какой последовательности выпадают волосы. Хочу признаться, Жека, ты мой герой. Благодаря тебе я научился переключать телевизор.
Прожарочка пошла. Хорош, хорош. Десятка твоя. Погнали. Погнали на двадцатку. Погнали на двадцатку. Расскажу вам, пацаны. Присушила, правда, не знаю почему, но не суть. Так. Пацаны, вы же если не будете смеяться, вы лучше смейтесь, потому что я потом петь начну, у вас вообще шансов не будет. Лето, как будто сон, ты и я, мы лето, это наш дом, мы в нем живем. Лето, как будто сон, ты и я, мы лето. Топы, мы засмеялись. Я не вижу ничего вокруг. 20, будь ласка, чувак. Да, все, хорошо. Двадцатка, молодец, двадцатка. Никол еще пацанчик с района так интеллигентно не віджимав у мене двадцатку. От души, брат. Так, подождите. А, все, погнали. Погнали, п'ята хвилина, 50 тисяч гривень. Раньше на этом месте сидел Зеленский, а теперь здесь сидит Кач. Скажите мне, не рановато ли вы сели сюда? Там в сейфе губозакаточную машинку никто не забыл? Нет? Нормально, да? Ладно, погнали дальше. Слушайте, а квартал 95 назван в честь среднего возраста всех участников? Хорошо. Для следующей шутки мне понадобится помощь Кашевого. Я попрошу вас, можно не участвовать? Хорош, 50 тисяч, молодець. Ось, люди, подивіться, що відбувається. Я ржу з того, що з мене ржуть. От і все. Ілі як там робиться? Я ржу, що з мене ржуть. Отак. Пацани, можете мені просто сказати код від сейфа, і ми закінчимо? Ілі Зеленський ушов, ви теж не знаєте. Альберт, дякую тобі, ти виграєш головний приз нашого шоу, 50 тисяч гривень.